Сегодня мы с вами будем рисовать аквариум с рыбками. Значит, смотрите, я сразу возьму маркер, чтобы вам было видно хорошо. Значит, сначала мы рисуем круг. Потом нарисуем вверху овальчик. Потом наискосок рисуем вот такие вот стеночки. И здесь рисуем. Можно волнисто сделать линию, такая кукурушка у нас будет. Можно сделать просто овальную. И внизу тоже нарисовали донышко, овал. И рисуем камушки разной величины, поменьше, побольше. Вот, чтобы нарисовать рыбку, это нужно нарисовать овал. Только овал мы сделаем немножечко заостренный. Глазик и внутри кружочек. Потом отделяем. Это у нас будет голова. И здесь рисуем вверх дугу. И рисуем волнистую линию. И черточками соединяем. Ну вот, плавнички будут также внизу. Так, и вот здесь плавничок тоже один будет виднеться с другой стороны, который. И теперь рисуем хвостик. Провели большую дугу вверх. И потом вниз. И волнистой линией такой соединяем. И проводим черточки. Так. Это чешуйка будет. Бульбочки. И вторую рыбку. Так же, как и первую, мы нарисуем, только чуть поменьше она будет. Она вдали. Овал. Слегка заостряем. Это будет ротик. Глазик. Туловище. Потом, смотрите, рисуем хвостик. Дуга одна вверх, одна вниз и соединяем волнистой линией. Потом опять дуга вверх, вниз, соединяем волнистой линией. Полничок будет еще вот здесь и внизу. И рисуем чешуйку. Пузырики рисовали. И рисуем волнистые водоросли, как травка, которая растет в воде. Можно сделать это, я рисую маркером, потом вы когда нарисуете карандашик, а можно все обвести перманентным маркером, потому что он при содействии с водой он не растекается, поэтому вот нарисовали и рисуем подставочки, на которых стоит держится аквариум. И в эту сторону. Теперь берем краски и палитру. Так, краски можно акварельные взять.
тряпочку. Имбирчик, кисточки. Одну побольше, одну поменьше. Ну и приступаем. Сначала можно сделать фон. Для этого мы берем синюю краску. Так, смотрим, у нас вода налита вот вверх, наверное, да? Значит, начинаем делать голубеньким цветом, обходя пузырики. Обходим вокруг рыбок, вокруг пузыриков. Если кто рисует гуашью, можно закрасить все голубым цветом, а потом сверху белой красочкой нарисовать пузырьки. Обходим аккуратненько. И с этой стороны тоже. Так, аккуратно. И с этой стороны тоже. Песочек можно сделать на донышке, можно сделать потом сверху, а можно просто донышко сделать так вот потемнее голубеньким, потому что может быть там песочек, а может быть просто лежать камушки. Обходим аккуратно донышко. Кончиком кисточки двигаемся. Так. И в эту сторону двигаемся тоже. И вот мы сделали внизу, начали сверху. Почему? Потому что потом проще будет сделать опять двигаться сверху вниз. Пока мы сделаем здесь, наверху уже подсохнет. Так, и само вот это стекло мы делаем голубым, светло-голубым. Вот, сделали мы голубым, потом светло-голубым сверху закрашиваем. Водичка у нас будет темнее. Вот, и теперь можем делать самих рыбок. Для этого возьмем
темно-желтый и оранжевый цвет. Хорошо кисточку помыли. И аккуратненько закрашиваем оранжевым цветом головку. Теперь смотрите, краешки делаем желто-оранжевым. И потом сразу добавляем оранжевого цвета, чтобы у нас такой был переход от желтого к оранжевому. И также делаем половнички. Сначала берем желтый цвет. А потом добавляем оранжевую. Так, и само туловище рыбки. Значит, смотрите, мы можем его сделать и таким оставить, а можно, смотрите, как интересно придумать делать. Берем желтым. Потом берем оранжевый. Потом опять желтый. Опять оранжевый. И опять желтый. И также делаем маленькую рыбку. Краешки желтые у хвостика. И оранжевые. Головку сделали оранжевую. Полничочки, полничочки можно одним цветом. Потом, смотрите, берем светло-зеленый цвет, это будут водоросли. Навели его на палитре. И заполняем светло-зеленым цветом водоросли. Камушки. Камушки можно сделать разного цвета. Это могут быть какие-нибудь такие темно-бордовые камушки и коричневые камушки. Например, вот здесь бордовый сделать. Взять коричневый цвет. Какой-нибудь охра цвет. То есть камушки могут быть и светлые, и темные. И можно коричневые. Маленькие камушки.
Вот коричневый потемнее. Вот и саму подставочку. И нам осталось сделать стол. Стол можно сделать любым цветом. Ну, например, я возьму, наверное, для стола какой-нибудь розовый цвет. Вы можете взять любой. И аккуратненько обходим. Вот, также можно сделать фон, можно сделать, вставить белым цветом. Вот, и еще что мы не сделали, нужно нам глазики у рыбок сделать потемнее. Это можно сделать маркером. Ну вот и все, теперь я жду от вас ваших работ. До свидания.